Давай. Всем привет, вы на канале Игорь Журавлев, и мы посмотрим сегодня, как разобрать бассейн. Смотрите, есть такой офигительно большой, красивый пластиковый бассейн, но как его разобрать, мы еще не понимаем, но очень хотим. Смотрите, что мы нашли, какую штуку. Подходите сюда. Есть вот такой бортик здесь, вот. Поэтому вот эту первую часть будет тяжело немножко снять, надо взять монтировочку, вот так вот херакнуть. Теперь дальше. Ребро жесткости тут по швам мы разберем, разрежем. Металлический каркас мы нашли тоже соединение, ну где-то через каждые 2 метра разрежем по соединениям. И самое интересное, как запаян сам бассейн. Вот здесь шов с этой стороны, шов это, с этой стороны, внахлёст. Вот я прорезал болгарочкой немножко, и в принципе вот сюда уже, ну, можно засунуть какую-то монтировочку. Ну, в общем, вот такой процесс у нас есть. А дальше посмотрим. Погнали. Вот такой огроменный бассейн. Сегодня нам придется разобрать. Красота. Тут кубов 10, наверное, да? Сколько осетра здесь может жить? Все, полтонная осетра. Забитой доверху черной икрой. Погнали. Да. В общем, вот сколько мы уже тут наработали. Этим был обшит бассейн. И вот мы сейчас придумали просто на излом делать. По чуть-чуть отламывается. О! И по чуть-чуть отламывается. То сначала думали отпиливать. Но отклея получилось. А ну я сейчас перейду сюда. Ой, сори. Покажу этот шов. А я здесь по чуть-чуть отрываю, вот, делаю нагрузочку, и по чуть он рвется. Сейчас двумя обценками и монтировкой. Вот так работаем. Получается. О, огонь. Так, поехали. Вот добрались мы до края и начинаем отламывать. Вот просто берем и рвем от шва. Одной рукой даже где-то. Опа! Не, дальше не могу. Ну, сейчас двумя сделаем. Вот параметры нашего листа бассейна. И нижний шов мы не можем порвать, так как мы хотели, как у нас этот разорвался. Сейчас будем болгарочкой прорезать по низу. И, скорее всего, с этой стороны. Вот мы нашли низ. Да. И вот сюда будем сейчас заглубляться болгаркой. По-другому не получается. Ок. Так, мы решили вариант, все перепробовали уже. Режем над швом, и бассейн на 1 сантиметр будет ниже, когда мы будем его соединять. Просто этот лист потом за швом сюда ставим и припаиваем. Ну, все другие варианты оторвать не получается, там просто сантиметр этот шов припаиваем, ну, очень мощно. Поэтому, ну, нет других вариантов. Сантиметр потеряем, зато сейчас быстро справимся, домой поедем. Подержи, пожалуйста, покажи, как я режу. Там включено, вот прямо так держи. Угу, держи. На меня направь. Все, показываем. Опа! Новый контент по снятию. Оказывается, ребро жесткости легче вырывать изнутри. Вот я. Вообще огонь идет. Охереть. А, все нормально, лист целый. О, класс. Вот такой красивый бассейн. Кстати, вот мы спиливаем, и сантиметр толщина идет, ну, клея вместе с этим, с нашим бортом. Борт шестерочка где-то. Поэтому клея нормально налили. Так. А я вот это сам вынесу быстро. Да, помогу. В общем, мы поменяли тактику. Я вот отсюда мощно тащу, а там режем болгаркой. И намного быстрее получается все это отрезать. Болгарка не греется. Рез хороший, я тяну. В общем, кстати, в этом бассейне 17 кубов. 17 кубов можно держать тонну осетра. О, так.
прямо сейчас в рулончик. Вот такой вот бассейн. Уже засниму, как это выглядит без бортов. Что, мы выезжаем, качество не очень, но бассейн погружен, это дно. Что, кому было интересно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите, как мы этот бассейн будем устанавливать. До скорых встреч, пока-пока.